Или бомбу, вот то, чего так не хватало, Ашер. Наконец-то мы увидели плент. Плюс $800 для каждого из игроков команды HellRaisers, как минимум, потенциально. Еще защищает Бондик установленную бомбу, имея единственный девайс на всю команду, еще и подобранный трофейный, он уже дает трипл, дает квадро Бонди. Господи Иисусе, неужели пойдет на эйс? Аллу зажат со всех сторон, Бондик прыгает на вагон, это эйс от Владислава Нечипорчука, уже второй от игроков команды HellRaisers за вторую карту. Петюня полетела от Джонта, разумеется, Иван.